Опа, всем привет, приехали сейчас на объект. Заказчик просил не называть, что это за организация. Я называть, конечно же, не буду. Если заказчик просит, я всегда никогда не называю название организации. В общем, у нас был первый этап, мы здесь работали, они хотели заменить окна, но мы предложили им их отремонтировать. Мы их приезжали сюда, меняли фурнитуру, потом приезжали парни, делали откосы, и нам сейчас надо будет еще, они попросили заменить уплотнитель на раме и перекрутить одну петлю. Че, у тебя паспорта нет? Че, по домам? Надо взять телефон, с телефона. Ну пока открыт машину. Ну на. Вот, нам сейчас надо заменить уплотнитель на раме и перекрутить одну нижнюю петлю. Все, погнали. У нас проблемная петля, которую сейчас будем снимать. Здесь жестко дует, а шлицы, короче, не держатся. Дай сюда миску. Я держалась на одном саморезе, другие саморезы были сломаны. Это очень прикол, конечно. Сломался было. Так не просверлил. Пипец. Ну вот, откосы делали, переделывали. Подоконники, откосы. Все новое. И окна не дуют. И, кстати, замазан даже жидким пластиком. Ничего не выгнулось. Плотненько все. Качественные пышки. Не то, что в некоторых случаях. Короче, откусил я. Давай. Я все сломал. Мне кажется. Откусил я эту штуку лишнюю. Потому что мне сломалось сверло. Все, сейчас я откручиваем. Все, петлю заменили. Сейчас там все плотненько. Ну, откосы тоже четко сделано. Да, скажи. Подоконник, вот такой он, подоконник в один взял.